Комментарий у вас по матчу. Комментарий по матчу. Считаю, первые 33 минуты полное преимущество Салават Юлаева. Потом мы перехватили инициативу, стали играть в свой хоккей. Я считаю, инициатива была за нами и добились хорошего результата. Взяли 3 очка, едем дальше, но не хорошо. Почему сегодня было так мало шайб в матче? Я думаю, вратари хорошо играли где-то. И, может быть, оборона неплохо играла. В принципе, я считаю, Уфа много бросала, но броски были в основном не опасные от синей линии. А когда перед воротами Хаба сегодня здорово сыграл, вытащил у нас его победа. Как раз в момент, когда вот вы удалите, получается, вашего игрока на Нестере, который член... Ну, я считаю, блин, в хоккей играет настоящий мужчина, это неправильно. Ну, я не хочу комментировать, никого осуждать, но в хоккей играют настоящие мужчины, мы не в футболе, в принципе. И что вы можете сказать по поводу победной шайбы? Как с каким трудом она далась вам? Они получают удаление, и мы забиваем гол в большинстве. Рома Хорок заслужил этот гол своей работой, своим трудолюбием. Красавец, 3 очка взяли, идем дальше, боремся за плей-офф.